Бобры с Синдикатом играл. Бобры с Синдикатом не туда? Да. Синдикат проиграл. Короче, Вася Уткин, беда есть, это Нива, все купил. Вы, короче, встретитесь 10-15 на сборах. 12 часов, даже не больше 12. Часов 7-8 я кипятился. Вы, походу, друг не друг, как и Колян, еще Колян, позвони сам за кого. Она тебя бьет, продолжение не следует. Мне тоже возьми, пожалуйста. Еще что вам принеси? Мне кисы. Нет, мне кофейку хватит только. Арат, кто-то пошипать будет. А ты что?
я знаю. Короче.
тому, дай, блядь, они... Не хватает один человек, просто стоят на это, блядь. Вся порта, блядь, блядь. Ну ничего играет. Я сейчас на левом ходе, вся порта сюда нахуй. Просто дай, блядь. Сейчас.
Вас отдай! Я тебе сказал, ты не все запомнишь, ты ничего не знаешь. Вся помпа, блядь, на плаву. Я не знаю, Кершон это? Сань, ты, кстати, на минку-то будешь заявляться-то? А ты? За кого? Как в прошлом году. Там, по-моему, кстати, в 7 вечера этот же прямая трансляция, да? Маджун. Здесь? На трудовых. Там как раз матч за золото. А у них уже золото. Не надо с ним, не разговаривай. Давай, кстати, да? Ну, в группе так написано. Куда ты сразу вперед, не катай.
Thank you.
Хладнокровно! Это круто! Это реально круто! Я смеюсь просто от восторга! Вы издеваетесь, суки!
это он сказал, не я. Ну что делаете, сынки? Айрат, у тебя еще есть, если что, видео доказательств, то, что ты это сказал. А что ты хотел-то, блядь?
Плечо, плечо же было. Какое плечо, Юрка? Вот так на рукой попадает. Там только Гази написал. Гази же. Казабранка. Проверьте его на допинг. Он походу, блядь, без него не я, кстати, почти этот. Почти, я.
я на Макдональдс захожу, этот иностранцы, чилийцы, кто? А, австралийцы. It's Russian Eagle Master. Я не могу Карен, я не снимал даже вообще вашу игру сегодня. Я на Динамо с 2 часов. Монтирует все это Тимур Скабронов. То есть всем монтажом остальным, ну, кроме... Кто снимает другие, то есть кто не монтирует, то он в основном все монтирует. Я только чисто те матчи снимаю, монтирую те, которые я снимаю. Вот. А что сказать?
Давай, 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 давай
Алло, Колян, а вы что, ушли, что ли? А, просто этот, у вас мой этот, по банка, поэтому... А, все, вижу Кершина. Да. Я готов, вроде, куда вы свалили? Спасибо за заряд, Дамир. Тебе в рюкзак кинул. А. Извини, почему голос судья поменялся? Поменялся. Почему? Ну, скорее всего, то, что Рим закончил, все. А не потому, что Ника... Не. А ты куда кинули? Большой или? Кир, ты куда кинул? Сюда? Двенадцать минут уже прошло. Сколько? 12. Уже и гол был. Только с офсайда. Легион. Что это? А, Адель приезжает. До свидания. Второй пошел. Слышь, Надюшка. Надюшка. Да, забирайся. Я вторую пачку взял. Ну ладно, а то мне еще один мальчик. Молодец. Я. Thank you.
этот сырок. Это что за чит? Не, он только не попадет. Прием был еще. Какой смор. Но тут желтый, а может тут еще рядом был этот игрок. Спасибо за твоей команды. Куда ты ничего под планером потом? Отец, Я?
А Бобрам же еще же этот... Не про... По-моему, прошлую игру поставили техническим поражением. Да-да-да. Сет, когда они с Энергией Зеландом играли? Они 1-1 сыграли. 3-0, да. Ну да. У нас 33. Не, я понял. У нас нормально. Его вообще не пустит. Олег, Олег, давай, давай, пари. Хорош, да, хорош. Хорош, так, хорош. Просто получится так, то, что Легион может даже и вылить этот, в штыки попасть. Раз у Ники сегодня последний матч, и Легион проигрывает следующий матч, и Аделаида выигрывает, то Легион, этот, Аделаида-то поднимается. Ну, короче, там очень весело будет в последнем туре. Бобры оказываются на 9-м месте. На данный момент? Да. Ну. И вот если Синдикат, ой, Ника, если проиграет, то они в стыке. Сразу, да, этот? Нет. Аделаида остается в стыках.
если Аделаида выиграет? Если Аделаида следующий матч выиграет, то и если Ника не играет ничью, ну, вот этот матч, да, то Ника спускается на 12 место. Нет, в стыке. Прямой вылет, только одно место осталось. 15-е. Потому что же этот же планет уже сняли же. А на данный момент на 15-м месте Реал Кабронос. А? Реал Кабронос, по-моему, не спасает. Почему? У них одно очко от спортсмена, который занимает 14-е место. А кто в последнем месте? Ну, Каброны. Смотри, почему он спускается в тройник? У них крайне защитник, как крайне потом стоит. От вратаря. Как он будет играть? А, у Легиона следующая игра против Янок. Вы там спрашивали же, Легион с кем будет играть в следующую игру? С Бьянками. Они с Бьянками будут играть, Легион. Легион будет с Бьянками играть. Бобры с Наска. Ну, бобры, да. А, Кабронос со спортсменом будут играть. Из них будет решать, кто вылетит напрямую, кто в стыке. Да. Пока вопросы со вторым, третьим, четвертым местом. Нет. 21 победа и 6 ничьи. У них мотивация, это Ника, по-моему. Регион, блядь, играет. Левую часть команды, правую стоит. Потом видно, электрический не падает. А я один только он бегает. Ебать! Чуть-чуть аккуратнее, да? Кстати, наш кудесник против какого-то Трампа. Лайнер. Лайнер? Десять минут. Верните прошлые команды, пожалуйста. Но вы можете еще успеть на шоу на трудовые резервы. Давай,
Абилардо. Нет, прямая красная была. Не-не, желтая была. Ты, кстати, предусмотрел. Быстрее, быстрее, быстрее! Там один просто орёт так. Вот это. А что? Николай Васильевич, пламы. Да, Горки до сих пор. А Горки где играет? Этот РПЛ. Только там уже сезон уже закончился. Только это неплохая информация, нормальная. Что там как мясные? Так же? Проиграли? Нет, 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 н
возьмут и забьют вы как закон подлости. Это сериал? А? Сериал? Закон подлости, да? Закон подлости в Майами. Сериал так называется. Мне нравится, Ника очень плотненько играет. Уютненько. Мне запомните, правда, ничего, блядь, это пизда более. Чисто. Давайте я ему сделаю искусственный мир. Давайте мы будем на Сколько у него, блядь, бизнес не идет, блядь, заказов нет, блядь. Еще, блядь, по ногам тут будет. Ну так, то есть, если медик уходил, то надо с полю уходить. Чуть-чуть неудачи. Четвертый, мягко говоря, с мячом на вы. Можно было играть под себя, покурить, да, играть соседу, покурил бы. Просто забрасывай, просто забрасывай, все. Вон два опорных ушли. Не понимаю, почему они раньше запрасывают. Мне 30 драйвов нападающих. Забрасывай, не хочу. Ну, осталось 2 минуты. Вся игра просто в забросе. Интрига. Легион забьет или нет? Ника вышел. Один! 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 Один!
41 минута второго тайма. Счет, счет.